Тампель. Тампель. Тампль. Так, награды. Награды. Вот и развязка. Жермен скрывается где-то в Тампле. Найдите его и убейте. Награды, костюм. Награды, костюм мастера ассасина Арнон. Ну, если написано развязка, значит... О, сложность 3. Ну, это круто. Разделимся. Не уверен, что... Так меньше шансов попасться. Ну да, пожалуй. Встречаемся внутри. Если увидишь Жермена, убей. Конечно. Кстати, я вам скажу, что... Какие-то лестницы, мосты. Жермен выстроил настоящую крепость. Так просто не попасть. Да. Это точно. Легко мы его замочим. Так, хорошо. Хорошо. Так, давайте оценим обстановку. Идем с орлиным зрением. Иногда меня Разорно, сами уже знаете, он очень раздражает. Именно его вот это тупое управление персонажем. То есть... Нельзя прыгнуть с одной стены там на другую или еще что-то подобное. Так, ну хорошо, давайте думать, давайте гадать. Нет, гадать не будем, но давайте вот сделаем вот так вот. Ну вот что-то он сделал, я не понимаю. Ну что, что, почему нельзя... Так, молодец, Арно, наконец-то ты хоть на немного порадовал меня. Вот сейчас еще один перчик идет. Нет, пожалуй, надо с ним по-другому разбираться. Ну, вот так вот сейчас мы вот таким вот образом. Здесь он как раз-таки только что стоял. Ну ничего, он сейчас еще подойдет. По сути дела, у нас должно все получиться. Так, он, видите, Арно прячется. Так, где он там? Я его не вижу. Не хочу орлиное зрение спать, потому что... Сейчас он подсвечивается. Плохо быть его видно. Вот, сейчас отлично. Стрелков убрали, это уже хорошая новость. Смотрим дальше. Там громила. Это опасно. Идем дальше. Ну, прыгай. Так. Так, так, так. Ага, ага. Хорошо. Если мы сделаем вот так, не получится. Если вот так. А если вот так. Не, оно не хочет стрелять таким образом. Отлично. Минус один, это, конечно, круто. Так, давайте, ребятки, подходите поближе. Смотрите, что с вашим напарником стало. Черт возьми, Марку! Все? Блин, а сейчас ты помучишься! Я думал, они нагнутся хотя бы. Я хочу их двоих замочить просто. Так, отсюда, как вы думаете, у нас получится? Давай, пожалуйста, пожалуйста. Нет. Давай, Арно, хренов ты дебил. Что ты сделал? Такой шанс упустил. Ну почему он один начал подсвечиваться? Это ж бред. Ладно, согласен, надо было чуть-чуть подождать, это уж точно.
Лекарство максимум. Ну, можно что-нибудь качнуть. Ладно. Так, ну я вошел на эту территорию. Куда дальше-то? Походу на внутрь. Так, вот там один стоит. Это опасно. Также нам нужно вывести колокол из строя. Так, вот там двое стрелков. Кажется, это... Ну, какие же они глазастые-то, а? Ёпрасоте. Придется двигаться еще. Скрыть. Так, там наверху где-то я видел стрелка. Гаденыш. Но мой клинок явно... Это даже не стрелок, по-моему. Может, стрелок? Не знаю. Так, 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 так. Эй! Постой, гражданин! Вот ты где! Вот гад. Но мы до него явно не достанем. Да, хотя... Эй, ты! Стой! Достали, однако. Так, кто тут? Никого тут нет. Все, можно теперь, наверное, залазить наверх. И попробовать вот этих вот снять. Ребятишек. Вчера была гроза? Вроде нет. Я вчера дежурил в башне. Так, вот тот ничего не заподозрил? Не. Значит, его просто сейчас вырубим. Вот так вот, раз и все. До свидания. Отдыхай. Так, Громила сейчас, может быть, отдохнет тоже, хотя... Вот идеально бы. Двоих бы их снять, но... Сами видите, не получается по какой-то причине. Ну, я думаю, далеко, потому что так не знаю. Хорошо, придется нам, наверное, спуститься. Вниз. Так, это круто было сделано. Так, тут вроде нас не запалил. Так, куда теперь, как вы думаете? Так, у нас призрачный клинок. Это даже радует немного. Можно его будет сейчас заманить сюда. Либо их двойное все-таки убийство с ней сделать. Но, блин, куда идти? С какого уступа бы на них прыгнуть? Вот это вопрос. Это хороший вопрос. Хорошо, не будем тогда. Гляну, что. Гражданский дом! Офигеть. Они придут, а теперь висеть! Все зарезать, закопаем! Ага. Вот так! Пусть умри. Лекарство с вас бы дать. Ну, не получилось без... Я так и знал, что они сейчас вернутся. О, лекарство дали, это круто. Так, и куда нам сейчас? Так, 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 сейчас мы оценим, что тут у нас за... Ну, пошли-то наверх. Здесь мы зачистили. Придется идти дальше. Вот Арнот опять тупит, почему-то не хочет прыгать. Ну, ладно. Не хочешь, как хочешь. Здесь погнали. Наверное, нет, нечего было оттолкнуться. Вот и замок, кстати говоря. Так, а вот здесь вот сигнальный колокол. Это наша тема. Там двое стоят. Так, вот это отлично. Ага. Колокол, колокол. Так, еще где-то один нужен колокол. Так, вот тот залагал. Угу. Это знак того, что нам нужно сейчас лезть. И... Так. Вот этого можно вырубить. Я думаю, они не заметят. Сейчас мы посмотрим, куда он пойдет. Так, он сюда идет. Боже, да кто это делает?
Иди, 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 сюда поближе. Своего другана смотри, хорошо. Так, и быстренько, пока они там не разошлись. Да, они еще не разошлись. Залезь, пожалуйста, Арно, наверх. Пытаемся. Попробуем. Может быть, это будет странно немного, но надо попробовать. Не-не-не, да. Что-то случилось. Да, эту штуку, я не знаю, возможно ли... Да-да-да, по-моему, нам возможно на нее залезть. Взять его! Умри! Пытаешься оторваться? Быстрее! О, того замочили, офигеть. Да вы гоните. Да, стелс из никакого здесь. Хорошо. А, он еще и жив. Ну, сдохни тогда. Не хочу, чтобы тут мне еще очнулся. И тот жив. Походу, я их оглушу просто. Так, сейчас, если аптечка будет... Глушающая граната. Ну ладно, посмотрим, может лекарства дадут. Давай, осматривай. Глушающая граната, что это вообще такое? Дымовая, что ли? И этот еще. Да выгоним. До свидания, ребятки. Очень я тороплюсь, видите ли. Ну, я имею в виду по игре. Поэтому так коряво все происходит. Так, куда теперь? Куда теперь? Так. Ага, вон он. Ну все, ему хана. Ребятенок, хана тебе. Он подсвечивается. Он. Сейчас заберемся к нему повыше. Кстати говоря, по-моему, надеюсь, там вход-то есть через весь замок. Сверху вниз не придется переть. Ну, я имею в виду внутри. Внутри замка. Так, давай, давай, так, вот сюда. Цепляйся. Отлично. Так, куда нам теперь? А вот он нас здесь ждет. Только ты, Арно, видишь, не... опять тупит немного. Можно синхронизироваться здесь где-то. Ну, давайте уж синхронизируемся. Напоследок. Давай, прыгай. В чем дело? Замок. Честно, с какой стороны я тут подступался к нему? Наверное, самый простой. Потому что здесь, видите, вообще огромные эти... Какие-то даже домишки маленькие. Так, в сено мы не будем прыгать. Это, конечно, будет круто, но... А где оно, не пойму? Сено-то это... Оно там на земле, но мы не будем. У нас здесь цель. Так, и как к нему лучше пройти... Ой, нет, 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 только не падай. А, вот он. Ой-ой, это что-то меч из первой самой части. Что это было? В смысле, части прохождения. В самом начале. Итак, возвращение блудного ассасина. Обернись, пожалуйста. Я так и подумал, когда Латуш перестал присылать мне деньги. Вы мне изрядно надоели. Обернись. Он не будет оборачиваться. С Робеспьером тоже ваша работа? Неважно. Террор уже сыграл свою роль. Тебе не уйти, мальчик. Эй, что произошло? Какого хрена? Я это... Он подкат сделал. Как? Что? Заскриптовано. Козел, а? Так, с этим что у нас? Тут еще есть. Вот с этого уступа, по сути дела, да, можно будет замочить, да нет? Во. Ну да. Во, отлично, урон
Нет, я не должен получить. Так. Да, ты, гражданин! Он здесь стоял! Я его даже. Я думал, он с другой стороны какой-то. Да, круто подкат сделал. Что-то я от тебя такого, Арно, не ожидал, что ты сможешь подкаты делать. Ну, точнее, раньше как-то ты особо вроде не делал их. Так, вот здесь... Да ёб твою дивизию. Так, лекарство используем, может быть, найдем еще какой-нибудь. Кто же меня палит-то все? Я не знаю. Надо валить отсюда, короче. Сейчас вот этого смотрим еще. И давайте свалим. Отмычки. Ну, круто. Это намек на то, что нам нужно взять вот этот... А, сундук где-то внутри. Да ну нафиг тогда. Через замок надо идти. Через внутрь замка. Так, а я вообще правильно иду-то? Что-то там ничего не видно. Вода, что ли? Да, ну вода не страшна. Мы не боимся воды, да, Арно? Конечно, конечно, не боимся. Так, магазы есть. Значит, нам куда сейчас? Почему на карте этого... А. Понял. Еще к замку, что ли, тоже? Погоди. Ё, просто офигеть. Я тебя раздавлю. Офигеть. Мы же все еще в запретной зоне, я забыл совсем. Бойка! Нашел! Убегайте, убегайте вы. Вижу труп. Внимательней. Все, мы не в запретной зоне. Бежим к цели. Но стоп. Магаз. У нас исчезли все магазики. Как так? А, наверное, вот, все, да, сейчас нас... Исчезновение. Во, магаз. Ну, прям по пути. Ой, все, надо расслабиться. Ядовитый газ. Так, дымовые бомбы. Все восполняем. Ой, ребятки, что это было, я до сих пор не знаю. Так, лекарства. Я, конечно, понимаю, но... Блин, а почему они так яростно ко мне? Они меня вроде... Я даже не знаю, как они меня вообще видели. Так, этим все нормально. Так, посмотрим по... Магазин как-то. Надо от магаза отойти. Все. Так, снаряжение. Так, не то. Снаряжение. Пояс. А где надо смотреть, где... где, чтобы оружие больше с собой таскать? Это, видимо, где-то... О, оружие, давайте-ка посмотрим. Пистолеты, ружья. Одноручное. Сабля. Но это слишком дорогая. Так, это не то. Тяжелые пистолеты и ружья. Урон. Вот это дорогенный. Но у нас хороший пистолет, наверное. Так, снаряжение. Так, нет. Может быть, вот это? Так. А, что это? Так, значительно снижает получим урон на 5 минут. Ага. Вот посмотрим. Так, по усилениям. По навыкам. Ближний бой. Во, стоп. Бляхнуха. Здоровье. Навык позволяет выдержать больше урона в бою. Ага. Так, незаметность. Это, наверное... Так, оно тут вообще все прокачано. Дальний бой. Во, вот это. Так. Ага, здорово. Ближний бой. Так, это что?
Мощный удар. Но сейчас мы просто перед главным боссом, скажем так, закупимся уж. Незаметность. Так, что ты... А, здоровье, вон. Это сколько требует? 5 таких. Так. Надо поддерживать больше урона в бою. Купаем. Толстая шкура. Ему что-то это сразу? Так, ну ладно, пофиг. Погнали. На задание. Блин, самое главное опять не завалиться. Так, ладно. Не хочешь залазить? Сейчас мы глянем, куда тут. Может, почему он здесь не может оттолкнуть? На, как залезть-то? Ну все, я, наверное, не смогу, мне придется. Да ладно. Так, секунду. Так, хорошо. И на Арно, пожалуйста, пожалуйста, прыгни, Арно. Во, молодец, красавчик. Да, отлично. Запретная зона. Арно, пожалуйста, стой. Почему так сложно? Почему такое сложное задание? Написано же 3 палочки всего задания. 3 полосочки. Но не должно быть таким сложным. Какой причине вообще? Не понимаю. Блин, офигеть! Они еще и попали! Офигеть! Говори, где ценности? Рано или поздно мы сами их найдем. Говори, если... А, вот и ты! Пойди со стены, псина! Вот чтобы они не мешали нам. Аптечка есть, тварь? Наверняка есть. Ой, блин, Арно, почему ты такой тупой? Почему? Объясни. Как же меня он бесит, я не могу уже. Почему? Почему ты так тупишь? Почему ты не можешь залезть? Просто залезть. Сломанная эта игра. Во, наконец-то. Мозги появились у тебя, или ты меня услышал? Куда тут надо? Где? Вон он, козел, смотрит. Что ж будем делать-то, ребятки? Что же это за задание такое-то паршивое, сложное? Почему он не хочет прыгнуть? Ну почему? Ну это ж бред реальный. Все, бомбит. Все, походу надо заканчивать играть уже. Ну как? Ну как он засек меня? Я уже не могу с ними. Я не могу, ребят, честно уже. Вообще, у меня нет сил уже. Как туда попасть-то? Может, вот так? Нам нужно только достичь. Вот реально, если я просто достигну цели. Почему-то он не хочет его скинуть. Типа он нас заприметил, где поэтому... Где ж ты есть, черт тебя возьми, а? Ну возьми ты его. Просто исчез к чертям. Да все, все, исчез, исчез. А, не хочет. Так, Арно, быстрей. Вообще в задницу, все. Перелазим, просто перелазим. И просто идем, достигаем цели. А ну? Умри, дешевка! Все, один минус. Почему только один? Вот как просто оказалось. Все, спокойно, отлично. Так, смотрите-ка, сколько у нас теперь здоровья. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Я думал, это нам просто добавит брони, а нам вон...
ячеек здоровья добавили. Ну, в принципе, это надо тоже просто... Так, здесь перепрыгивать. Так, пистолет у нас на 6 патрон. Это значит, нам сейчас предстоит... Вот, найти. Фух, так, спокойно. Сейчас будет, наверное, бум-бум. Элизабет сюда прошла. Вот этот козел. Своим мечом с Саном. Какая чудная встреча. Спрячься и пусть говорит. Блин. Вот это пипец настоящий. Вы думали, час никогда не пробьет? Если у Франсуа де ла Сера нет сыновей, некому будет вас покарать? Значит, месть? Твой отец мыслил так же узко. А вы? Жажда власти, хороша широта взгляда. Ты не уйдешь! Офигеть, он мне всаживает. Власть? Нет, ты же умная девушка. Что происходит? Я не понимаю. Беги отсюда нафиг, он сейчас тебя взорвет. Офигеть. Вздор. Власть тут вовсе ни при чем. Контроль, вот в чем все дело. Как неприятно. Власть тут вовсе ни при чем. Контроль, вот в чем все дело. Нелепо. Полезно, что ли, пистолетом, я так понимаю? Чему тебя только отец учил? Орден развращен богатством. Мы так цеплялись за атрибуты власти, что позабыли свою цель. Прячься сколько хочешь. Офигеть! И все? Ладно, пофиг. Почему-то, знаете, почему-то, когда я действительно выхожу вот из этого скрытного режима, то есть, неважно, за колонной я или нет, все равно он меня замечает, то есть... Я, в принципе, стою за колонной, но если их там раз, я отошел от стены, а он слишком медленно отходит. В чем проблема? Значит, месть? Твой отец мыслил так же узко. А вы? Жажда власти. И Арно очень еще медленно встает. Вот это огромный минус. Жажда власти? Вздор. Это не она помогла ему? А кто надымил-то? Я что ли? Власти? Вздор! Власть тут вовсе ни при чем. Контроль, вот в чем все дело. Куда он кинет? Ничто туда, тебя что не спасет. Попался, ассасин! Офигеть, он мне, конечно, надавал. Все, я, кажется, понял как. Ну, пожалуйста, встань быстрее. Наш орден прогнил изнутри. Мы забыли свою цель ради страстей. Погрязли в той самой лжи, которую плели для черни. Прячься сколько хочешь. Все равно найду. Давай. Это самая задница. Прячься только. Я убью вас. Ты меня не слушаешь? Мой замысел куда важнее жизни. Арно, что ты делаешь, Арно? Да, он, ты понимаешь, Арно, какой... забейте, не важно. Какого хрена он прыгал? Я пробел, не нажимал ни разу. Арно! Я застрял! Ну, с горем пополам прошли. Он уходит! Стой, я почти! Я справлюсь! Нельзя! Одной нельзя! Блин, сейчас все идет, ведь. Да кинь ты в него клинком. Прости. Элиза! Что произошло? Бегом. Я бегу, стрелять надо. Давай. Я вроде успел. Ну, успевал, по крайней мере. Элиза!
Элиза, нет! Злодей повержен. Именно так ты представлял себе эту сцену, да? Но меня здесь нет. Впрочем, нет и там. Сейчас я истекаю кровью на полу храма. Но, видимо, отец понимания решил дать нам время поговорить. О, это мой любимый момент. Ведь я тогда не понимал сути своих видений. Башни из золота и города, сияющие серебром. Я думал, что схожу с ума. Но затем попал сюда, в склеп де Мале. Тексты мне все объяснили. Объяснили что? То, что я как-то связан с ним, Жаком де Мале. Что я был избран, дабы очистить орден от упадка и разврата, пронизавших его. А затем очистить мир и возродить его в правде отца понимания. Не похоже, чтобы ты преуспел. Современники редко ценят пророков. Изгнание заставило меня пересмотреть свои методы. Цель осталась прежней, изменились лишь средства. И цена не важна. Новый порядок – неизбежная смерть старого. А если люди будут бояться свободы, тем лучше. Хаос напомнит им, что они созданы для послушания. Здесь мы расстаемся. Подумай. Поступь прогресса неспешна, но неумолима, как ледник. Ты всего лишь чуть-чуть задержал неизбежное. Одна смерть не остановит прилив. И пусть не моя рука направит человечество обратно на верный путь, но это сделает. Помни об этом, когда будешь думать о ней.
Кредо братства ассасинов всегда учило нас тому, что все дозволено. И я думал, мы можем делать все, что хотим. Отстаивать идеалы любой ценой. Теперь я понял. Это не разрешение, это предупреждение. Идеалы слишком легко могут стать догмой, а догма станет фанатизмом. Над нами нет никакого высшего суда. Нет сурового божества, что будет карать нас за наши грехи. Ты ошибаешься. В итоге, только мы сами стражи своим страстям. Лишь нам решать, не слишком ли дорога цена нашего пути. Мы считаем себя избавителями, спасителями, мстителями. Ведем кровавую войну против них, всех тех, кто против нас. Мечтаем оставить свой след в мире. Даже отдавая жизни в боях, о которых никогда не напишут в учебниках истории. Наша суть и наши поступки – начало и конец. В нас самих. Вот это поворот. Точнее, я ожидал этого. Что ж, друзья, мы прошли Assassin's Creed Unity. На мой взгляд, сюжет все-таки здесь хороший, очень интересный. Есть смысл. Вот, то есть, в принципе, игра мне понравилась. Невзирая на всякие там, может быть, торможения или там тупости. Но ничего страшного. Все же игра понравилась. Арно выиграл битву за 200 лет до начала. Браво, друг. Едва ли Абстерго станет искать в катакомбах Жермена. Кости уже слишком повреждены. С этим мудрецом покончено. Ты отлично поработал. А пока продолжай разыскивать в памяти Арно любые обрывки данных. Все, что он мог увидеть. Исторические факты, образцы ДНК. Все, что есть. Свяжемся, когда ты будешь нужен. Жди.